Всем привет! В этом видео я показываю новинки магазина Fix Price июнь 2021. И всем желаю приятного просмотра. Забавная вещь. Мне кажется, она крутой. Поднос. Не просто поднос, но он еще крутится. То есть такая подставка у него на прорезиненных ножках. И термопластичная резина против скольжения. То есть можно поставить свои специи как в шкафу, так и на столе. Мне кажется, удобнее всего в шкаф. Если глубокая полка и много всего, то можно расположить там баночки, специи, чтобы потом не доставать из заднего угла. То можно просто прокрутить и найти, достать ту специю, которую нужно. Сам пластиковый, достаточно увесистый. В сером цвете есть резина. Есть черный пластик ободок и темно-серый по центру. Диаметром он 31 сантиметр. Очень нужная вещь, подставка для губки на кран, 55 рублей. Она из поливинилхлорида. Есть красивые разные цвета. Синий, солнечный, желтый и розовый. На рисунке видно, что вы цепляете за кран и сюда складываете губку. Возможно, какой-нибудь бутылек у вас подойдет с моющим. По 25 рублей появились контейнеры для орешков объемом 0,3 литра. Есть вариант круглый, из обычного пластика, прозрачный, с декоративной наклейкой, где разные орешки изображены. А есть квадратный вариант. Он сбоку открывается. И не полностью съемная. Вот эта красота. Бокалы с цветными ножками, стеклянные. Под вино или под шампанское русской марки. Зеленые, розовые, синие. Появились новые силиконовые подставки. Диаметром она почти 20 сантиметров, а именно 19. Красивых оттенков. Есть для подвешивания. Зеленые, бежевые и розовые. Самая интересная функция, что это не просто подставка. Если этой стороной, то подставка под горячее, а этой стороной зубчатой можно мыть посуду. Еще не одна функция, третья, можно как ручку использовать. Если у вас не силиконовая ручка, а нагревается в сковородке, то можно еще как ручку. Появились пластиковые солонки для килограмма соли. Красивых оттенков. Пластика, откидная крышка, розовые оттенки, серые, лиловые, желтые. Размер 16,5 на 12 и высотой 10 сантиметров, 77 рублей. Еще из новинок кухонные электронные весы, 249 рублей. Работают у двух батареек типа 2, в комплект они не входят. Галочка означает, что в этой коробке цвет лиловый, есть бирюзовые и темные серые. Высокие стаканы по 350 мл, 55 рублей стоят. Очень удобная форма французской марки Luminarc из натрия кальция силикатного стекла. Есть еще низкие стаканы по 300 мл, стоимость 55 рублей. Тоже от Luminarc. За 55 рублей стаканы, за 285 миллилитров объемом. От русской марки известной, стеклянный, с матовым узором цветочным. Есть цветочки-ромашки, яркие, зеленые, красные. Еще один цветочный яркий узор. Глубокие тарелки, почти литр, 99 рублей стоит. Такое подобие ножки. Нежный узор и внутри узор. Очень красивая и нежная. Золотистая кайма идет по основанию и по краю. С тем же узором, но поменьше, на 600 мл по 77 рублей. Материал из фаянса. Появились маски для сна. Я нашла три дизайна. Материал полиэстер, резина. Забавный с зайчиком. У нее такой меховой ворсистый. Резиночка, она регулируется. Только единственное, мне кажется, вот эта пластиковая фурнитура может давить на голову во время сна. Сюда, наверное, можно охлаждающие подушечки вставить. Есть прорезь.
есть под сатин, гладкая синтетика, глазки и космос. В Фикспрайсе появился марка Эвелин, шампуни для волос за 149 рублей. Есть три варианта. С бананом интенсивное выставление, банан, авокадо, папайя. Есть с кофе, перцем, гуараной для укрепления предотвращения выпадения. И есть кокосовый с питанием, генерация кокос, макадамия, маракуйя. Для окрашенных, поврежденных, банановый, противопадение для слабых и ломких, с кокосом для сухих и тонких. Объем у них 250 миллилитров. Обещают производители, что здесь нет СЛС, ПЭК, парабенов, силиконов и минеральных масел. Такая прикольная вещь, роликовые коньки, которые одеваются на обувь. 300 рублей стоит. Надеваются на вашу любую обувь, ну, конечно же, не женскую, без каблуков. Две штуки, максимальная нагрузка 60 кг, ширина базы от 75 до 105 мм. Можно кататься в любой момент. Здесь нарисована схема, как их одевать. И как это выглядит. Ракетки для тенниса по 249 рублей. Как раз я хотела предложить мужу чем-нибудь заняться в свободное время у себя во дворе. Ракетка с виброгасителем устанавливается по центру нижней поперечной стороны. На первый взгляд достаточно добротно это выполнено. Есть разные цвета. Желтый с переходом и синий. Кто думал, где купить очки для плавания в бассейн, то можете заглянуть в смело Фикспрайс по 99 рублей. Это, конечно, детский вариант, имеется в виду. Размер очков регулируется. Полистирол и поливинилхлорид. Интересные всякие забавные есть дизайны. Есть с попугайчиками, с дельфинчиками. Из новинок очень полезная вещь – кемпинговый фонарь. Батарейки 3, типа 2А, которые не входят в комплект, требуются. 199 рублей стоит. Он легкий, пластиковый, переносной. То есть можно его подвешать или за ручку носить с собой, если вы в темноте оказались в лесу, поехали куда-нибудь на шашлыки или в палаточный лагерь. Здесь есть диммер, с помощью которого можно увеличивать и убавлять яркость, регулировать. Чехол для велосипеда размером 200 на 100 сантиметров по 199 рублей. Я нашла только такой дизайн, серый, с черной иллюстрацией. Иллюстрация будет, вот как показано на рисунке, здесь какие-то ретро-велосипеды. Защитит от дождя, пыли, если он у вас хранится не дома. Но, в принципе, даже если на балконе где-то, то почему бы его не накрыть? Сидушку могут ободраться домашние животные. Полиэтилен, винил, ацетат в состав. Для рыбалки появились складные ведра 9 литров объемом. Диаметр ведра 23,5 сантиметра. Высота 23 сантиметра. Водонепроницаемый материал с металлической ручкой. Цвет только синий нашла. Материал полиэстер, сталь, полипропилен. Появились светильники-ночники в детскую по 99 рублей. Из полипропилена, легкие, с интересными забавными иллюстрациями. Снизу кнопка включения-выключения, отсек под батарейки. Батарейки уже в комплекте. Светильник включается и выключается, если постучать им по столу или похлопать в ладошки рядом с ним. Это более для мальчишек вариант. Танки, космос, планеты. За 77 рублей. Интересная вещь, вешалка с прищепками, 10 прищепок, легкая пластиковая, то есть в центре крючок. Здесь даже нарисовано, что можно, например, легкие вещи, это детские носочки, лавочки, подвешивать, чтобы быстрее сохли на батарее и на балконе. Есть красивые лиловые оттенки, розовые и зеленые. Для хозяйства прищепки уже в коробке, 24 штуки в наборе, стоимость 77 рублей. Пластиковая коробочка с отверстиями. Жалко, что нет крышки, чтобы они наверняка не потерялись. Но очень удобно, в одном месте можно сразу хранить. Из новинок для дома появились полки обувные. И размеры 40 на 18, высотой 58 сантиметров.
4 яруса, состав нержавеющей стали, полипропилен. Есть фиолетовый, есть синий. Это коврики. Мягкие коврики. Нашла 3 варианта дизайна. Размером они 70 на 45 сантиметров. Из нетканого материала. Мягкий, гладкий. Из поливинилхлорида. Узор против скольжения. Приятный на ощупь. Есть еще красивый тропический дизайн. Так, измерительные ленты по 55 рублей. Забавных дизайнов. Полипропилен, поливинилхлорид и железо. Пингвиненок, катушка. Очень удобно, что имеется такой чехол пластиковый, чтобы не потерялась и не помялась лента. Очень красивые ведерки с крышкой. Объемом 6 литров за 149 рублей. Два оттенка. В стиле шеби. Легкие с полипропилена. У розового ведерка белая крышка. Голубого в тон крышка идет. Появились новинки пряжи. Пряжа из Троицка детская Сирия. Челка. 100% акрил, высокообъемный. Характеристики на упаковке. Очень нежные пастельные цвета. Бежевый. Голубой. Есть другая летняя серия. 100% натуральный хлопок. Лавандовый красивый оттенок. Вот характеристики. Ярко-голубой. И холодный белый. Еще один вариант. Нитки для вязания. 120 метров 60 грамм. Хлопок и акрил. Яркий, сочный, зеленый. Небесный голубой. Есть цвет бежевый. Металлическое подвесное кашпо за 149 рублей. Серый оттенок, бежевый и приятный салатовый. Кашпо подвешивается за счет вот такой петли. Оно из стали. Высотой сантиметров 15 и диаметром сантиметров до 15. Для детишек появились настольные коврики для детского творчества. Есть 3 фломастера в комплекте. Рисунок смывается водой. Рисуют, смывают и снова рисуют. Дизайны ковриков разные есть. Размеры 60 на 85. И он 2 в 1. На белой стороне рисуете. Цветное – это защитное покрытие для рабочего стола. На нем можно творческие поделки делать, лепить из пластилина, рисовать, играть или учиться. Смыть рисунок можно водой из-под крана, влажной салфеткой или влажной губкой. Пользовать можно любые маркеры с пометкой «Смываемые». Мне кажется, я куплю эту штуку, несмотря на то, что у меня нет детей и некому подарить. Игрушка «Яхта» 249 рублей. Разные есть цвета. Она на пульте управления. Радиоуправляемая. 2 батарейки требуются, которые нужно приобрести отдельно. Лавандовый, зеленый, белый, есть еще оранжевый цвет. Появился шахматный набор, не такой стильный, как те металлические, которые я в прошлом видео показывала детям от старше 6 лет. В наборе шахматы 32 штуки и само игровое поле из плотной картонки, но достаточно ее легко можно помять. Маленькие пластиковые сами фигурки. Какой-то такой одноразовый вариант. А за 149 рублей игровой набор балансирующие блоки. Новинка. Здесь нужно проявлять ловкость, координацию, поймать баланс детям старше 3 лет. В наборе находится 18 блоков, карточки с заданиями, карточки с подсказками. Здесь 60 увлекательных заданий и 6 уровней сложности. Я думаю, даже взрослым подойдет. Художественная классика из моего детства. Мною были уже все эти книги прочитаны. Для внеклассного чтения 99 рублей стоит. Баранкин будь человеком, Чук и Гек, Алиса в стране чудес, моя самая любимая, сказки Киплинга. Красивые иллюстрации, сочные, детализированные.
есть басни, даже мифы Древней Греции познавательные. В канцелярии набор гелевых ручек, 6 штук в наборе, 77 рублей. Чернила с ультраблеском. Или с новинки. Мини-блокноты по 80 листов. Они идут без линовки, в точку. Мягкая обложка, по тактильным ощущениям матовая. Каждый лист в блокноте разрисован забавными иллюстрациями. Мини-вариант в женскую сумочку или даже в карман. Очень удобно. Нашла только 3 варианта. Еще один вариант новинок. Блокноты для записи. 64 листа по 99 рублей. Есть очень много красивых дизайнов. Желтый забавный с пандой. Ночной. Какая-то фантастика. Волшебное дерево. Красивый закат. Он в мягкой обложке дутой. Они все идут разлинованные в клетку. Но клетка достаточно яркая. Мне кажется, это не совсем удобно. Ранее такой блокнот я не видела в таком дизайне. Обложка у него матовая, мягкая, в приятном розовом оттенке. Но самое главное, что здесь говорят, что нужно чудить чудеса самим. Посмотрите, как красиво. Каждый листок, он в приятном оттенке. Есть милые, забавные иллюстрации практически на каждой страничке. Формат 70 на 90. По саду ходить. Очень удобно мыть. Этил, винил, ацетат, ну, материал. Есть разные цвета. Яркий синий, розовый и белый. Нашла женские рюкзаки из кожзама. Лямки тканевые, широкие и регулируется пластиковая фурнитура контрастного черного цвета. Достаточно приятный розовый оттенок. Здесь идет вышивка, декор. Металлическая молния двусторонняя в тон кожи. Внутри одно большое отделение, никаких кармашков там нет. Ручка-петелька. А есть еще в бежевом оттенке и в темном синем.